По окончании игры домино все косточки выложены в цепочку. На одном конце пятерка. Пятерка в домино обычно изображается вот таким вот образом. Представьте себе, что у нас идет длинная-длинная цепочка. Вот это вот одна доминошка, потом вторая доминошка, третья и так далее. И вдруг выяснилось, что в этой последовательности участвуют все 28 доминошек. Вопрос, что будет на другом конце? Если на одном конце пятерка, что же будет на другом? Да? Тоже пятерка. Почему? Бездумно сказал. Ответ принесен, но нам нужно решение задачи. Да, пожалуйста. Пятерка, потому что это круг, и пятерка должна в пятерке. А почему круг? Почему, если удалось выложить все 28 косточек, почему это обязательно замкнется в круг? На одном конце цепочки, которая образовалась при игре в домино, пятерка, что на другом конце? Да? Я считаю, что пятерка, потому что у каждой доминошки, которая стоит рядом, должна быть пара. Да, и что? Ну, из этого следует всего цифр, которые на пары. Если в начале 5, то в конце тоже следовательно 5, потому что все пары убираем, и остается только одна пятерка незанятая. Ну что, по сути, вы правы, все правильно. Смотрите, какие, да я уж не буду точки рисовывать, давайте я просто напишу так. Бывает доминошка 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, очень важно, 5-5 и 5-6. Сколько всего изображений пятерки? Вот таких вот штучек. Совершенно верно. 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А теперь смотрите, как у нас устроена внутренность этой цепочки. Там где-то внутри. Вот представьте себе, у нас есть пятерка. Так к ней обязательно примыкает тоже пятерка, правильно? Значит, они образуют пару, как вы правильно сказали. Вы мне можете возразить, что, возможно, дубль и 5-5, есть такой обычай, ставить поперек линии, да? Но, во-первых, если он стоит поперек, то точно так же ляжет вдоль. Никакой разницы. А во-вторых, ну, ради бога, пусть он вам стоит поперек. Представьте себе, вот здесь поперек стоит 5-5. Так тогда у нас в одном месте 4 половинки косточки, на которой написано пятерка, собираются. То есть в любом внутреннем месте будет или никаких пятерок, или 2, или, если там есть дубль, 4 пятерки. Но если у нас одна какая-то из этих половинок косточки уже здесь есть, то осталось всего 7. А число 7 невозможно разбить на пары. И даже если с участием четверки, все равно. 7 не выражается как сумма двоек и четверок. Поэтому обязательно будет заканчиваться на 5-5.